Мы с вами нашли то, что искали, не так ли? Победа! Как только я сюда зайду, вот моментально же, да, меня сожрет? Да, но он меня видит. То есть мне надо делать так, чтобы он меня не видел. Но я не знаю, что там дальше. О, приятель, что скажешь? Спасибо за спасение нашего хранителя. Мой род и я поможем вам. Слушайте наш совет, если заблудитесь. Продолжайте поиски ее, если хотите суметь покинуть лес снова. Слушай, чувак, ну серьезно. Я там это, за помидоркой прятался. Кажется, я выполнял ваши условия. За помидоркой был! За помидоркой! Здесь, что ли? Эй, уу! Если я заморожу здесь помидорку, я не смогу здесь пройти. Как бы я ни этого не хотел. Так что нам придется возвращаться обратно. Может быть, даже пытаться найти способ толкнуть этого парня. Это что такое? О нет. Короче, я как-то, друзья, в дорогу брал с собой Nintendo 3DS и решил пройти Legend of Zelda Ocarina of Time. Меня вот это существо уже заколебало на втором часу игры где-то. Ладно, Нави, что хочешь? Ты чё ты меня разбудил? Я же спала всего лет 12. Оставь меня в тишине и покое. Кстати, чё ты тут делаешь, а? И вообще, ты кто такой, а? Слушай, она не такая ещё бытловатая. Что? Ты пришел сюда ради штукенца и манжи? И теперь ты застрял в роще? Да уж, ну и болва, нечем было сюда приходить, ясно? Что? Ты не в курсе, как завалить садистов? Ну ты даешь, это под силу даже младенцу. Надо-то всего лишь попросить стволодила его сжечь. Ша? Ты не в курсе, как болтать с лесными тварюгами? Хе-хе, небось, вы, человеки, много чего не можете, а? Но у тебя есть силёнка. Эти лентяи стволодилы и корнем не пошевелят, но ты навел среди них шороху, я все видела. Слушай, сюда план, Стэн. Так, ладно, это к чему отсылка? Я помогу тебе пощебетать с этими стволодилами. А ты поможешь мне сжечь этих садистов. Ну, типа, ты выручил старикана, так что я тоже могу тебе помочь. Че скажешь? Ну, давай. А, да, кстати, я забыла представиться. Ну, Нави, да, да. Я даже не смей жаловаться, что я люблю помолоть языком. Нави теперь в вашей команде. Переключить союзника, да, Элбер. О, боже мой, только не говорите, что оно вот это вот теперь... Оно вот это вот теперь будет все время вот это вот вот так. Че умеешь делать-то? Так, один заряд у тебя. А, интересненько. И что я должен делать? Ну что-то сжег, да? Ну тут... но здесь сияние, по-моему, по всей площади, да? А, ну мы можем попробовать пройти здесь, хорошо. Главное, чтобы промидорка проскакала, все, благодарю. О, а как? Ну ладно, теперь все немножко проще. Ха-ха! И перемещ... Блин. Ладно, уговорили. Все, переместимся. В будущем этих сияний здесь нет. Так что нормально все. И... Ага. Грибочки здесь всякие. Эти приятели друг с другом нормально существуют, да, и общаются. Слушай, а что если... Эй, слушай, я в другом времени, ясно? Дуй ко мне, если хочешь, помогла. Понятно. Ща вернусь, подожди. Похожу здесь. Угу. Окей. Как-то странно немножко эти порталы работают. Короче, смотрите, здесь вот есть один.
который отправляет нас в прошлое. Прошлое-прошлое, да? Потом сразу же в будущее. То есть мы как бы пропускаем настоящее. Давайте посмотрим. Вроде бы они тупо одинаковые, да. Такое ощущение, что одинаковые. Но если мы станем на этот портал, тара, мы в настоящем. Поэтому фиг знает, что из этого получится. Мы с вами сейчас этот гриб переключаем. Все, пошла жара здесь. Мы с вами отправляемся в будущее. Так? Я надеюсь, вы следите за ходом моих мыслей. Потом проходим назад. Перемещаемся в настоящее. Вызываем Нави. Отправляем ее, да, через воду нас не пускают. Отправляем ее уже вот здесь. Находим этого друга. Уничтожаем этих гадов. Возвращаемся в будущее. Так, да? Вроде прослеживаете. Хорошо. Nope. Но если это в будущем буду делать нормально, я же здесь пройду, все. И пробегаем здесь. Ё-моё. Просто жесть какая. Вот, и здесь мы можем пройти, да. По идее, можем. Тут еще у нас какой-то секретный проход для сундука, который меня на самом деле особо не интересует. Но мы можем попробовать вот этого парня сдвинуть. Просто вот попробовать. Да, он сдвигается. Хорошо. А этот... Не уверен, зачем мне это надо, но допустим, да? Теперь мы можем вот это все разрушить, пройти вперед. И пока... А, не все. Хотел сказать, и пока на этом все, но не все. Смотрите, здесь у нас еще портал. Который, к сожалению, пока что не активен. Он в другом времени. Репки мы с вами никак не уничтожим. Так что нам нужно переместиться... В наше настоящее, получается. Это нам нужно вернуться сюда. Так. Да, все, он там деревца то мельтешит. Все, мы их переставили для того, чтобы они нас не убили. Отлично, все, это по плану. Все сработано. Здесь у нас помидорки какие-нибудь бегают вообще. Давайте мы Нави в разведку отправим. Так, ну, я же ничего не поломал. Вот этого парня, да, сверху еще переместить бы влево. И тогда мы могли бы пройти понизу. Придется опять отправиться в будущее. Что ж ты будешь делать-то, а? Подвинуть его влево. Замечательно. Пройти назад. И переместиться, опять же, в наше время. Хорошо. Прогресс есть. Теперь посмотрим, удастся ли нам. Все, теперь вызываем Нави. По идее, мы можем с вами... Достать и отсюда, давайте проверим. Да, отлично. Все, мы с вами постоим здесь. И отсюда отправим Нави. Так. Есть. Вот, достаточно просто отключить запись. И включить, и мозг включается. Работает все примерно так. Все, да, он нас здесь не убивает. Мы здесь проходим. Здесь у нас дерево, которое мешает пройти. Но если мы переместимся во времени, посмотрим, что сейчас будет. Там бревнышко, скорее всего, будет. Yes. И тыс. Вот. Можем попробовать погулять здесь. О, боже мой. Какая
Это огромная поляна. Эти приятели снова здесь тусуются. У нас этот приятель здесь тусуется. Я даже не знаю, куда его надо бы перемещать. Наверное, пока никуда. Ну, попробуем его вниз переместить, пускай он там бежит. Не отсвечивая, да? Все, сиди здесь. О, слушайте, может быть, сюда Нави будет, надо будет потом призвать там, может быть, чувачочек. Вот здесь корни всякие. И если это нас перемещает вперед, я надеюсь, что это переместит нас в настоящее. Пожалуйста. Хорошо. Вот, теперь попробуем призвать Нави. Потому что я чувствую, что там внизу что-то есть, что надо сжечь. А может быть и нет. Хоть бы, знаете, намек какой-то далеко. Чё, куда мне идти-то? Единственный наш путь получается через это бревно. Во. Ходил, искал, ходил, там что-то исследовал, оказывается. Не, ну там какой-то секрет, скорее всего, есть. Ну ладно уж. Мы почти выбрались из священной рощи, нам осталось лишь вернуться в наше время. А, вот в чем секрет заключается. Все, не зря мы там все-таки тогда ходили. Колышки. Еще одно бревно. Наше время. Ну, допустим. Допустим. Вот, ну выход вроде бы был где-то здесь вообще. Вот, да, вот эти камни, вот это вот и есть выход. Может быть, я уже полчаса вокруг хожу. Но похоже на то, что мы с вами добрели уже до выхода. Да? Сейчас посмотрим. И есть, да. Прости, чувак, не могу я покинуть лес. Фея вроде меня не может жить снаружи. Это вопрос квантовой физики, ведь я не могу быть во всех временах и нескольких пространствах одновременно. Ну и подобная чушь. Вы неплохо поработали. Но в лесу еще остались садисты. Я полагаю, что у вас есть дела поважнее. Можете в любой момент заходить ко мне в гости. Пока-пока. Давай. Ладно, один чего-то, это типа сколько садистов мы уничтожили, сколько садистов осталось? А, может быть, если мы с помощью этой самой феи, но она уже улетела, уничтожили бы всех садистов, то, может быть, получили бы в подарок что-то ценное, кто знает, но, слава богу, мы отсюда, я надеюсь, выбрались, мы же выбрались. Что скажешь? Спасибо за помощь, хранитель священной рощи. Твои приключения зародили во мне желание увидеть мир. Но я все еще сомневаюсь. Да, это скорее всего она. Мы с вами раздобыли фрагмент. Фрагмент природы наконец-то. И поспешим отсюда выбраться, потому что мало ли нас захотят снова заточить здесь. И сказать, нет, ребят. Все. Поезд уехал. Вы остаетесь с нами жить. Все. Фух. Итак, мы с вами отправляемся к порталу, который находится где-то здесь. На поляну, да. Кажется. И пойдем пообщаемся с нашей подругой. Впечатляет. Ты нашел фрагмент природы. Иногда я хочу устранить себя из времени, как это сделали сильфы. Но я знаю, что это просто будет вечная тюрьма. А мне нужна бесконечная свобода. Ты собрал 5 фрагментов ключа Маджи. Приходи ко мне. Мы должны активировать его, чтобы удалить орудие из ткани мироздания. Я вот к тебе уже и спешу. Ради этого, подруга. Я здесь. Я здесь. Но что будет, когда мы наконец-то активируем ключ Маджи? Мы узнаем, друзья, уже, наверное, в финальной серии, в следующей серии
Эволэнд 2. А с вами сегодня был уже вернувшийся с отдыха и посвежевший МГ Рамон, то есть я. Спасибо вам большое за ваши лайки, комментарии, конечно же, за подписку. Пока.